Хей, ого, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру по названию Devil May Cry 5. Это у нас 18-я миссия, называется Пробуждение. Поехали. Урезан кусил плод клипота и обрел невообразимую силу, но Данте оказался сильнее и... Так, и в решающий момент бой сразил владыку демонов. Когда сила почти оставили Урезана, Ви приблизился к нему и слился воедино с павшим владыкой. Сущность человека и демона воплотилась в прежней форме, и Вергилий возродился. Да, такое вот дельце у нас выходит. Брать. Я не понимаю, вот это что значит, вот значки. Типа, за кого я могу играть, за кого нет? Короче, Ви это фиолетовый, да? Пятнадцатое июня 15:06. А ты храбрец, раз решил вернуться. Сдаваться ты не умеешь, да? Брось с дороги, Неро! Победа над тобой в такое состояние лишена смысла. Давай же, Вергилий, дерись. Пусть сначала раны заживут, Данте. Набери сил. После этого мы увидимся. Все наши дела. Уладим все наши дела. Манать, он теперь может порталы открывать. Спасибо, Неро. Вот черт. Если он твой брат, то куда подевался Ви? Вернулся. К самому себе. Идем домой, Неро. Тебе это не касается. Черт, два. Я из-за него правой руки лишился. Это не твой бой. Я должен его остановить, все остальное не имеет значения. Я не хочу пропасовываться все в своих интересах, Данте. Ты не понимаешь. Дай угадай, я буду пытаться под ногами. Знаешь что? Давай же, в чем? Он твой отец. Что? Нет. Я заподозрил это сразу, как увидел. Он был в этом что-то там. А потом увидел реакцию Ямато. И все стало ясно. Он твой отец. Ни хрена себе у нас тут. Согласен, ему нужно надрать задницу. Но я не позволю тебе убить собственного отца. Мой отец. Вау. Ни хрена тут сюжетненькие поворотики. То есть, в четвертой части игры именно. Но мы будем все играть, потому что я нашел первую, вторую, третью и четвертую часть Full HD, ну типа в очень хороших качествах, которые можно запустить на ПК. Так только можно запустить максимум третью, четвертую, а так еще и первую, вторую. Если так, что если бы в тот день все произошло наоборот, изменилась бы это нашу судьбу? Жил бы я твоей жизнью, а ты моей. Время пришло.
Данте. Прикольненько, прикольненько. Честно, интересно, чем типа это все обернется у нас. Что? Что теперь? О боже, я думал, все это уже кончилось. Не нравится мне это. Сейчас у нас накроет. Данте, что произошло? Мой безмозглый брат вернулся, я собираюсь его убить. Вергилий, как? Данте! Сделай ее для леди, и она не заплатила. Эй, нельзя же просто... Ладно, ладно, потом сосчитаемся. А по этой еще отсюда. Пойду разберусь со одной... с одним подонком. Чувствую, будет так еще потеха. Ни хрена себе, это типа... с арбалетом у нас базука. Новейшая модель безумия. Калина N2. Так, так, разработана ника модель на замету утерянной Калины N. Не имеет отличных от оригинала, но скрывает себе сюрприз. Так, возвращаем вебку. Уризен вкусил плод, бла-бла-бла. Сущность человека и демона воплотилась в прежнем форме, и Вергилий возродился. Ну что, поехали. Ну, походу, только теперь мы сыграем за Данте. Почему-то, знаете, мне кажется, вот развязка всей вообще истории получится в том, что... И Данте, и Неро будут вместе сражаться против Вергилия, и Неро убьет Вергилия. Типа, из-за руки, может быть, типа того. Посмотрим. Вот уже не думал, что ты вернешься. Чтоб тебя, Ви. Неужели ты все спланировал? Не-не, почему ты это? Никогда не меняй. Эй, ребята, где пропадали? Я-то думал, вы прыгнули назад в Вергилия. И зря не прыгнули. О, наш мудрый Данте. Мы порождены темные мысли в Вергилии. Но ты и так это знал. Знаете, я правда чую в вас такой же подвох, как и в своих отношениях с старшим братом. Но мы всегда лишь отбрызги его сознания. Оставишься от Нелло Ян... Так, теперь мы убьем тебя по нашему собственному желанию. Свобода! И смерть твоя будет на нашем счету. Нашим, а не Вергилия. Ух, это будет что-то с чем-то. А, могу тихо вот так. К чему такая спешка? Я только вхожу во вкус. Неплохо, неплохо. Ладно. Превращаем ее в демоническую. Тихо, тихо, тихо. Тайм-аут! Дай передохнуть! А эти куда делись? Прекрасно. Буду с неплохим ждать рвения. Блин, а вот это вот плохо теперь, да? Так, мне немножко наверх нужно. Отхилиться. Все.
А не, еще есть один. Бам. Вот опять, ну какой черта, Данте? Почему ты не заряжаешь меч? Он не заряжает его. Так, ладно, что здесь? Нихера, ладно. По сути, мы должны сразиться еще с двумя. С пантерой и с големом. И потом, скорее всего, с тремя ими. Ну, замечу, что нам, типа, библиотеки не уделили для их, типа, места. Так, начинается. Так. О, а что это было? За прохождение сквозь меня. Воу, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Да, 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 да. Все, умотало. Бегаешь? Не. Так я и думал. Все, демоническая форма у нас набрана. Пускай будет. Так, нам нужно больше сейчас энергии. Что у нас здесь? Так, все у нас full энергия. Готово. А, то есть я могу еще удерживать. Ну, куда мы убегаем? Давай, давай, разносим. Да, видите, то есть еще дополнительные падают. Блин, я не хочу, чтобы мне этот доставало. О, плюс часть хпшки, ни хрена себе. Неплохо. Но, блин, мне нужно их много, а у меня уже игра подходит к концу. Так, ну нам туда? Тупик, да? Ну ладно.
Готово. Это мы что разломали? Я не помню этого места. Ой, что-то бумкнуло. Да все в порядке, я уверен. Так. Так, один есть. Так, минус щит. Готов. Минус. А ты куда спрыгнул? Что, блин, с вами тоже сразиться? Ну давай. Не, если ты, конечно, будешь падать ниже и ниже, я с тобой гулять не буду. Ну вот для этих, ладно, более-менее нормально. Есть смысл? Давай, 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 давай. Тихо-тихо, уворачивайся. Ай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Меч. То есть все, что я прокачивал. А, не, я ж не все прокачивал. Ну, отмени, отмени, отмени. Даже я тебя не остановила. А ты не промах. Нужно, наверное, разнести пуму. Давай, давай, давай. И ты хвост дала, да? Еще разок. Прямо так, когда остров Малмет.
Так, ну я понял, что мне сюда, значит, давайте в другую сторону, противоположную. Я уверен, там что-то есть. Ой. Так. А, здесь как отсюда? Готово. Мне кажется, вот это вот меня куда-то приведет, потому что там у нас типа портал уже в следующую зону. Так ведь? О, нет, 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 нет. Фух. Я понял, я ультанул. Ну, куда мы? Знаете, что я хочу сделать? Фу-фу-фу, настройка игры. Автокомбо. А, так оно само автоматически делается. Куда идти теперь? Я хочу просто понять, это так или нет? Да. Значит, я все это время играл с автокомбо. Ну, ладно. Какой взрыв. Ну и ладно. Зато все быстро делается. То, что просто оружие, вот мне бесит, автоматически переключается. Так, а где этот кусок острова, который упал? Я что-то этот момент проморгал.
Ну, типа, дальше идти. А мне нужно это. То, что я отломал. Найти. Давайте вернемся. Там фиолетовый остров был. О, тихо. Вот это да, оно. Или нет? Ни хера не пойму. Чё-то я не уловлю. Ладно, погнали. Плевать. Если что-то упустил, то ладно. Не хочу просто много времени тратить на то, что сейчас происходит. Так, сходим сюда, только посмотрим. Тут ничего. Они ведь знают, что у них нету шансов. Ежели не выглядит. Так. Давай, Данте, поехали вкачивать тебя. Нужно ему этот вкачать. 57к у нас. Так, когти. О, лапки можно. Цербера еще можно вкачать. Блин, мне кажется, здесь лучше мотоцикл вкачать. Не, фигня. Угу, эндер молнии. Вот это хорошая штука. Ну это когда на месте, да, стоишь? Так, 21 000 осталось. Так, лапки, меч. Руки. Угу. 6000 осталось. Стрелок. Нет, ладно. Да. Осталось немного, осталось только Вергилия, да, получается, победить нам и все. Палкам. Это голем, да? Так. Тихо. Да не, что я яйцо это долго ломаю. Лучше грохнуть его по-быстрому, да и все.
Что это было? Я убью тебя. Убью тебя, Данте. Ты меня убьешь. Птичка. Стой, 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 я понял одну вещь. Мне нужно переключиться на меч. Немного поднять демонической силы. Давай, 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 сферу ломаем, ломаем, ломаем. Тут, походу, не вылезет, пока мы тебя не уничтожим. О. Давай, давай, давай. Того гиганта мы убьем позже. А? Держу в курсе, демон. Я держу в курсе. No bad, no bad, no bad. No bad, no bad. Изи. Вас же заново не нужно убивать. Так я думал, типа их убью, и все, они уже не воскреснут. Ага, хер там. Знали ведь, что не стоило напрашиваться. Смелости у вас хоть отбавляй. А вот силы... Может и так. Но если хватит, нами показалось себе сложно. Представь, какой тебе будет биться с Вергилием. Скоро сам увидишь. А наш последний полет закончился. А с ним и кошмарный Вергилия. Кошмары Вергилия. Удачи, Данте. Она тебе пригодится. Покойся с миром, цыпленочек. Чтобы было весело. У нас еще впереди два новых оружия, ребят, не забывайте. То что-то нам его только не дают. Вот это да. Не разопривай! Где Данте? Он справится. Едем отсюда быстро. Это Вергилий. Ты его знаешь? Немного, да. Данте сказал, что это тип мой отец. Какой хрена тут происходит, Триш? Его логику вам нужно понять. И сама подозревала. Все это полный бред. Я знаю, что ты ненавидишь Вергилия, но не можешь уже это убить своего 18-го. Верно. А такого невозможно отправиться. Ты спас нас, ты должен гордиться собой. Тебе ты заботиться... Ник, оставь машину! Обойдешь, а после чего-то было, рехнулся. Черт с вами, сам пойду. Неро! Нихрена себе. Вот это да. Что происходит у нас? Развязочки, Ну, в принципе, я говорил, что типа Неро вернется.
Да, ничего типа нового, ничего такого, чтобы я не знал. Да. А если последний босс... Блин, вот по сути там осталось один босс. И одна ячейка для босса. Либо это животные Нейра, ну это Ви будет, да? Либо это сам Ви будет. То есть вот эта херня, вот чуть типа они места больше не сделали для библиотеки. Типа, ну они тоже будут типа боссами, да, но мы их в библиотеку не запишем как враги. Враги, боссы. Нет, животных решили сюда не добавлять. Я понял, держу в курсе. Ну что, в принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И следующая у нас серия Вергилий. Поэтому всем пока.